Прежде всего, это Священное Писание. Вот здесь есть несколько изданий Библии и советского периода еще, и позднего, и современного уже. Есть книги, которые объясняют, а как правильно читать Библию. Отец Сергий показывает книги, которые передает в дар женской исправительной колонии номер 28 в Усть-Абакане. Всего больше 50 различных изданий, в числе которых и сборники духовных произведений православных авторов, а также православная проза, рассказы и сочинения. Книга «От сумы и тюрьмы». То есть для всех людей, не только тех, которые в заключении находятся, но и для тех, кто еще там не был. Потому что от сумы и от тюрьмы у нас не принято зарекаться. В исправительной колонии номер 28 Усть-Абакана отбывает наказание 115 женщин. Впервые осужденные и бывшие сотрудницы суда и правоохранительных органов. Многие из них посещают церковь на территории ИК-28, ходят на службы, причащаются, читают духовную литературу. Для Ирины Авдюшевой посещение храма и чтение церковных книг своего рода отдушина. Заключенная родом из Зауралья, в исправительном учреждении отбывает наказание за растрату чужого имущества. В своем поступке раскаивается, дома ее ждут супруг, дети и внуки. Сейчас мне в этот раз заинтересовала, естественно, Библия, потому что, чтобы где-то себя успокоить, переоценить, понять, что, зачем и делаю, и почему так поступаю, и в чем сейчас будет смысл жизни, пройдя такой сложный этап, который каждому выпал, кто здесь находится. Это большая помощь и поднога. И очень меня заинтересовало, как всегда говорилось, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. То есть, прочитав, я думаю, что я что-то новое пойму, напишу своим близким, чтобы никогда никто больше не совершил те поступки, допустим, которые совершила я. Мы находимся в библиотеке исправительной колонии номер 28. Здесь всего более 1500 книг. Вот непосредственно стеллаж с духовной литературой. И уже сегодня на эти полки добавятся 60 изданий, пожертвованных отцом Сергием. Уже с завтрашнего дня осужденные смогут почитать пожертвованные в дар книги. Руководство колонии рассказывает, церковь оказывает исправительному учреждению огромную помощь в работе с людьми, переступившими закон. Проводит проповеди, лекции, беседы с осужденными. В данном случае передали нам часть духовной литературы своего фонда. Осужденные ее с удовольствием читают, насыщаются при этом определенными благими намерениями. Некоторых людей, видно, у них появляется такой своеобразный блеск в глазах, и путь к исправлению становится короче. Угу. Администрация, безусловно, не препятствует этому, мы только приветствуем, поскольку мы в первую очередь заинтересованы, чтобы в общество вернулся человек, который больше не встанет на преступный путь. Надежда Савельева, Алексей Дурнев, новости.